В России запретили оставлять детей без присмотра в припаркованных машинах. В соответствии с постановлением правительства, дети дошкольного возраста смогут находиться в салоне автомобиля только в сопровождении взрослых. Кроме того, теперь перевозить детей до 7 лет в машинах, оборудованных ремнями безопасности, без детских удерживающих устройств нельзя. А вот детей от 7 до 11 лет можно перевозить без детского автокресла, но только на заднем сиденье. Перевозка детей с использованием детских удерживающих устройств обязательно только для категории детей возрастом младше 7 лет. Перевозка детей в возрасте от 7 до 12 лет допускается как с использованием детских удерживающих устройств, так и с использованием ремней безопасности. Без изменений у нас осталось правило, запрещающее перевозить ребенка до 12 лет на переднем сиденье автомобиля без детского удерживающего устройства. Также запрещается перевозить ребенка до 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.